Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре PCP-винтовка, и это Хорд второй версии в компоновке Bullpup и калибре 6,35 мм. Ложе, как вы успели заметить, здесь деревянное. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим роликам в продвижении. Что ж, ну дальше уже поговорим про винтовку. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Модель изготовлена компанией Хорд и относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней стороне изделия установлен манометр. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку нужно, конечно же, взвести. Это делается при помощи затвора, который находится на правой стороне корпуса. Итак, пробуем. Оп, максимально плавно. Сами все видели, без малейших усилий. После этого все правильно, винтовка может стрелять. Взводить ее нужно перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель находится на спусковом крючке. На конце нарезного ствола установлен модератор. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда вы сможете установить уже дополнительное оптическое оборудование, как это сделал, например, я. В комплекте оптика не идет, но это не проблема, потому что у нас в магазине выбор оптики огромный, и специалисты отличные, которые, если вдруг вам понадобится, обязательно вам помогут. Тыльник у винтовки рельефный. Длина изделия 600 мм, из которых 350 мм – это длина ствола. Объем ресивера 280 кубических сантиметров, вес винтовки почти 3 кг. После возвращения винтовки к заводским настройкам заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 280 метров в секунду, но на территории России винтовки, конечно же, находятся в ослабленном виде с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, чтобы ее купить, специальные документы вам не понадобятся. Просто приходите и покупайте или делайте это и вовсе онлайн, если так вам будет более удобно, но, конечно же, вам должно быть 18. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на эту замечательную PCP-винтовку подходит к концу. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.